О, получилось, молодец. Молодец. Перепутали ножки, но ничего. Лия согласилась переодеть быстренько. Молодец, Лия. Сидим, ждем. Правильно, это на эту ножку. А это на эту ножку, да. Ну давай, одевай, одевай, Лия, одевай. Нам же идти уже надо. Я буду одевать. Одевай. На улице, по-моему, 10 градусов сегодня. Сумка наша уже собрана. Никак? Ну давай я тебе помогу, давай. Я могу. О, ешь. Получилось, молодец. Давай я чуть-чуть тебе подправлю. Чуть-чуть. Лиечка, надо поровнее его сделать. Вот так, смотри. Вот так. Во, давай, заталкивай. Илья старается заталкивать. О, получилось. Молодец. А вон я. Кашу спит. Я тут складываю одежду. С недавних пор я перестала ее гладить. Вернее, все подряд гладить. Теперь буду гладить только рубашки на работу для Ашера и какие-то очень важные вещи там на выход, которые мнутся. Я съела сникерс только что. Аша сказала, что мы поедем куда-нибудь завтракать, но я все-таки не дотерпела, решила скушать сникерс. Нас только что отпустила полиция, точнее говоря, нас она попросила припарковаться в сторонке и выписала нам штраф 250 шекелей. Я перевела на рубли, это 4 500 рублей. А на самом деле мы ничего не сделали. Ну, Ашер просто перестроился из средней полосы на левую полосу, чтобы завернуть налево, при этом включил уинкер и пропустил того, кого нужно было пропустить. Сзади летела еще одна машина, но она была далеко, но она двигалась на большой скорости. И полицейскому, видимо, это не понравилось, что Ашер не дал ему пролететь мимо себя. И, в общем, получилось то, что получилось. Подъехал полицейский, попросил опустить на стекло, попросил нас припарковаться здесь вот на обочине. И все. Но, слава богу, он не дал нам points Ашеру. Это очень важно. А на оплату нашего штрафа в 250 шекелей у нас есть еще 3 месяца. Приземлились в Ганшмуэль. Чем мы сюда приехали? Мы приехали, чтобы покушать. Плюс нам... Боже, я уже забыла, как с этой коляской обращаться. Очень неудобно мне ее вести. Прям вообще все неудобно. Зато она Михалю под цвет черная, как и должно быть у мальчика. Мы приехали сюда, чтобы поесть. Нам нужна еще бутылка для Михаля, потому что он все свои паильники разодрал зубами. Нужно взять... Ой, нужно будет взять с пластиковым носиком, чтобы он не мог зубками раздербанить. Это вообще заправка, да? Мы сейчас на заправке находимся. А вот там есть coffee place. Конечно, Ашер хочет купить для себя газету, в которой его выставили, в котором есть его фотография. Так, а мы здесь пойдем с Михалем. Мы пойдем здесь, потому что по ступенькам нам, конечно, не взобраться. But I go here because Sam Madrigal. Маленький голодный мальчик хочет кушать, и зубки у него болят. У мальчика сладенького. Не понял, почему мы тут пошли вообще. Бевакаша, я хатару це. Ой, я ж пугам мадригота не руа. Уф, блин, а что же я обходила тогда? So why I come here? Куты найс тапочки, а? Pink one. Брускета и ма? Куда? Брускета, авокадо. И ма, ма од еш инсайд? Гуакамоли, агвания, чили. Нет, I cannot, because Михаил cannot eat chili. I would like to take. I need to take something what Михаил. Yeah, the hamburger, shawarma, pasta, pizza. Pizza и ма ешь? Pizza classic, mozzarella, mozzarella basilicum, pesto, cheese. Кота руце. Израиль моли. Can you tell me again, ма брускета, ма инсайз? Only once?
ješ kajnu bruschetta? Bruschetta, avocado, guacamole, tomato, chili grus, chili grain. No need to ask without chili? Ні, but I will take pizza. Я п'ю. Маток. Ви зробили фотки. Саша, ми смітайте. Ашер. Раньше времени. Я хотела сначала взять брускетта, но там шла острая какая-то приправа, перец, что-то разбитое в блендере, острое. Когда я узнала, что Ашер берет завтрак, я поняла, что это самый лучший вариант, потому что так Михаль сможет побольше покушать у меня из моей тарелки. Я его намеренно не кормила завтраком сегодня с утра, чтобы он поел с нами. Но наш завтрак затянулся, мы очень много времени потеряли. Сейчас еще вот полицейский нас поймал, тоже отнял у нас много времени. Михаль голодный, поэтому догоняется бамбой. Вон, baby. Вау. Look so nice. Я уже тут оторвала от хлебушка чуть-чуть для Михаля. Сейчас будем его кормить тоже. И столько всего вкусного. Салат прикольно выглядит с редисочкой, что напоминает мне о даче. Михаль получил кусочек хлебушка. Thank you, baby. А я таим. Вот так мы выходим из кафе. Обязательно у нас с собой один напиток. Мне нужно брать себя в руки и носить с собой всегда камеру, чтобы качество видео было намного лучше. You want to see? Mm-hmm. Вот оно, кафе место. Я вижу, что народу поприбавилось. Очень приятное такое место, мне понравилось. Мы впервые в нем. С Ашером разделились, он у нас пошел в Эйс. А мы с Михалем сходили в Шилав, взяли ему новую бутылку, эту можно будет выбросить испорченную. Все, наконец-то у нас будет бутылка с твердым носиком. В суперфарме оказалось такое огромное количество народа, что в очереди, что я, в общем, развернулась и ушла. У нас той за раз. Такая красивая панорама открывается. И будем искать нашего папу. Душа была в точности такая же, только розовая. Но она очень сложно открывается, поэтому мне пришлось от нее отказаться для Ли. В садике очень сложно ее открыть. Ну, а Михалю не придется самому открывать бутылку, так что пойдет. Зато у нее жесткий носик пластиковый, и даже если он его покусает, бутылка не так быстро попрощается с нами. Ой, что мне тут еще хотел показать вам? Вот, у меня тут еще есть коробка целая. Это какой-то подарок, блин, тут даже не понять, что это. Самьян Хочи. Они положили мне, в общем, подарки в виде кофе, какого-то соуса к моей лапше. Это карбонара лапша, супер острая. Ее нужно будет съесть до мая 2019 года. В общем, еще несколько месяцев у меня есть. Три упаковки у меня здесь. Ашер пошел за Леечкой, там вам родители собираются активно уже. Привет. Купила в аптеке, подруга посоветовала. В натуральной основе гель для зубов, орал гель. Это карбонара, очень острая, супер острая. Пачечки поменьше, пачечки побольше. И вот этот странный подарок, про который я вам рассказывала. Лия тоже подарок принесла, да? Покажи нам свою прическу. Повернись, покажи нам. Смотрите, какие у Лии красивые волосы. Привет, Михаэль! Привет! Бубушки! Бубушки! Сейчас мы помажем Михаэлю зубки его. Точнее, не зубки, а... В общем,
гелем. Лия, нельзя так с Ляли. Не отбирай у него. Смотри, вон у тебя много-много. Бери. Опа. Строк. Михаль, смотри. Давай что-нибудь полегче. Смотри, Михаль, это самолет. Самолет. Михалю больше нравится их жевать. Что это такое? Лия, что это? А это котика. Ашер говорит, это все для... А, Чуня, you buy two at the end, да? А? О, как круто! Ашер себе заказал. С eBay, да, Чуня? А? eBay? С eBay заказал себе, потому что у нас... It's nothing. I hope he will not die tomorrow. У нас два черных в комплекте, но, по-моему, one is the okay? Oh, Schneeheim the. Один из черных уже все. Так что Ашер себе взял новый. Буду так ходить на море летом. Страшно предположить, какое сегодня число, но мы включили елку, которая у нас до сих пор стоит. А, там батарейки вылетели. Ничего себе. Михаля, я хочу вот сейчас докормить и уложить хотя бы на ручках, на груди, может быть, он поспит. Ты сладкий, так хорошо кушает. У нас опять это а-ля паровая банька работает, кипяток у меня, напомню, если не видели прошлый мой влог, здесь у меня кипяток, а здесь у меня просто теплая еда ему. И вот он у меня часа полтора сидит кушает, я раза два-три меняю только кипяток за все полтора часа. Вместо того, чтобы каждые 5 минут бегать и в микроволновке подогревать ему еду. Очень удобно. Эти Деды Морозы пугают Михаля, которые там поют песни. Бутылка тоже ему уже пришлась по вкусу, он из нее пьет активно. Единственное, что, наверное, оттуда выливается немножко больше, чем ему надо. И он немного это проливает все на себя. Ну, ему надо просто привыкнуть. А это старая наша бутылка. Теперь это просто игрушка. Ой, Лера расставила красиво. А это ее любимый Дед Мороз. Да, Лия, это твой любимый Дед Мороз с гитарой? Ляля боится, да. Лия говорит ту-ту. Я посмотрела, она их поставила паровозиком. Так забавно. Личка, ты такая молодец. Такая умничка. Девочка. Давай, Михаль, добьем. Последняя ложка нам осталась. И все, я пойду мыть гору посуды. Умница мой. Как я тобой горжусь. Зубки у нас болят, но все равно кушаем. Потому что все теплое и вкусное. И с любовью сделанное. Ашер спит. Ой, Лучку спит, мальчик. Лиюшка отказалась спать. Я, само собой, не сплю. На такой сонной, тихой ноте будем с вами прощаться. До следующего видео. Да. Молодец. Мы прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами весь наш день.